В Израиле, в городе Иерусалиме, на горе памяти, по-еврейски Хар-Ха-Зикарон, стоит национальный мемориал Холокоста и героизма Яд Вашем. Он был построен в 1953 году, спустя 8 лет после окончания Второй мировой войны. Таким образом, израильтяне чтят память о евреях-жертвах нацизма, уничтоженных общинах и тех, кто противостоял фашизму. Одной из составляющих мемориала является аллея деревьев, посаженная праведниками народов мира. Именно так называют в Израиле тех, кто спасал евреев во время войны. Холодной октябрьской ночью Маркел Шабаев спешно обходил дома еврейской общины Нальчика. Немцы несколько дней назад вошли в город и намеревались собрать всех евреев на площади на пересечении улиц Елазарова и Рабочей. Шабаев отговаривал людей туда ходить и настаивал покинуть город, чем быстрее, тем лучше. Многие его тогда послушали и ушли из Нальчика. Просто умолял евреев не приходить на площадь, не идентифицировать себя как еврея. Значит, явилось на площадь несколько десятков европейских евреев, несколько грузинских евреев и чуть более 10 горских евреев. Да, вот в тот же день они все были расстреляны. Несколько сотен еврейских семей бежали из Нальчика. Убежище они нашли в селениях республики. И нигде им не отказывали, в то время как за укрывательство евреев фашисты расстреливали без суда и следствия. Родители Розы Рахмановой были приятелями Хафицы Балкизовой, селения 2-й Касбырун. Они очень надеялись, что Хафица не откажет им в приюте. Они в Нальчике жили. Уже ходили слухи, что евреев немцы в массовом порядке уничтожать собираются. Мой отец про это, как только услышал, сел в машину и поехал в город. К Рахмановым приехал. Объяснил им, что дела их плохи, посадил всех в машину и привез к нам домой. Мы тогда жили Рабочие 23 с мамой и со своим бабушкой. Нам одели всем детям на мерки, на руки, чтобы на утро нас застрелить, чтобы нас уничтожить. А мама моя, которая меня родила, Аминат, и Марьяна говорит, надо ехать срочно ночью. 12.71 на самосвале грузили свои вещи, и ночью мы уехали из города Нальчика во 2-й Касбырун Балкизовой Хафицы и Куак. Дядя мамина, брат, который погиб на войне, жена, осталось 4 сыновей. И еще у моей мамы был этот, который погибший, зять, тоже 2 детей. Там 4, здесь 2, нас 3. Всех этих детей, 9-10 детей, Балкизова Хафица и Куак приутила домой к себе. Ну как мы жили? Последнюю лепешку поровну делили. Слава Богу, ни одного из них в обиду не дали, никого не убили. Да и мать наша такая была, что скорее сама под пулю пошла бы за этих людей. Все, что Балкизовы имели, разделили с беженцами пополам. А когда немцы устраивали рейды, Хафица и его супруга Куак прятали их в подвале. Отец и мама, именно так называет Роза Рахманова своих спасителей. Отец мой... Балкизов Хафица. Куак говорит, будь осторожна. Зашли, говорит, немцы. Куак не,
ни одной минуты не подумавши, сразу схватила меня на руку и начала кормить меня груди с правой стороны, с левой стороны свою дочку, как будто бы мы близнецы. Зашли немцу, как сейчас помню, у вас евреи живут, начали кричать немцы. А отец кричит, хафыца, какие немцы? У меня 6-7 детей, мне их нечем кормить. Они посмотрели кругом, что мы две девочки, мама нас кормит как грудью. Они забрали, значит, курицу, там яички, что у них было запас, и они ушли. Слава Богу, мы все остались живые. Неоднократно они делали, проверяли квартиры, дома проверяли, у кого что живет. Мы спасли, нас спасли. В селениях Кабардино-Балкарии скрывались несколько сотен еврейских семей, по сути, все те, которые ушли из города с началом оккупации. Они жили в кабардинских и балкарских семьях. У Рахмановых, что жили у нас, было две дочки и сын Матфей. Матфей был младше меня. Мы с ним очень сблизились, стали как братья. Очень умный был парень. А Роза и Дуся были его сестрами. Можно сказать, что тогда у меня появились две сестры и брат. Кабардино-Балкария – единственное место на карте Европы, где еврейская община во время войны сохранилась и не была уничтожена. И по этому поводу исследователи Холокоста, и это не только российские ученые, но и европейцы, американцы и израильтяне, задают вопрос, каким чудом евреям Нальчика удалось уцелеть. Если человечность и взаимовыручку можно считать чудом, то оно свершилось в последние два месяца 42-го. Вот мама мне рассказывала, например, что старики собрались, значит, на более уважаемые жители Псидансу, и когда наши евреи туда пришли, даже было там несколько молодых людей, которые говорили, ну это же евреи, вот придут немцы. Да, значит, старики строго-настрого запретили вообще хоть кому-то рот раскрывать, что это евреи. Очень жестко там был такой разговор, чтобы никто там из молодых людей просто не сболтнул, что это евреи. Мама мне, в частности, рассказывала, что когда уже, значит, дедушка собирался с бабушкой уезжать в Цыгансу, они, немцы здесь уже были, да, значит, и выезжали они из Нальчика, остановил их немецкий патруль, да, и с дедушкой был его друг кабардинец. Дедушка тоже прекрасно говорил по-кабардински. Значит, и поговорили, и даже вот один из немцев дал маме несколько конфет, она, так сказать, взяла эти конфеты, она просто боялась. Да, ну, потом, когда уже выехали из Нальчика, дедушка сказал, они считают, что мы кабардинцы. Вот, значит, кабардинцы говорят им, что мы кабардинцы, что мы даже вот так, даже не то, что мы не евреи, да, кавказский народ, что мы кабардинцы. И во многих селах кабардинских, значит, кабардинцы выдавали горских евреев за кабардинцев. Это факт. В дом Хафицы Балкизова по подозрению в укрывательстве немцы приходили несколько раз. И каждый раз Балкизовым удавалось обмануть фашистов. 10 человек из 3 еврейских семей прожили у своих спасителей до конца оккупации. Во втором Касбруне почти никого немцы не убили. Не знаю, как в городе, но у нас почти все евреи уцелели. Подозрения у немцев вызывали смуглые дети. Их мои родители прятали в подвале или в стогах сена. А более светлых мама выдавала за своих детей.
Где-то в мае 2008 года в Москве вышел журнал «Лихаим», в котором напечатали про то, что мой дед спасал евреев Шалумовых и Рахмановых. Потом через какое-то время я участвовал в группе Адыгемира. В социальных сетях. Да, в социальных сетях. И участвовал, и там и Геннадий Чернаков, такой еврей, он, как я понял, живет в Германии, он искал и спрашивал, знает ли кто спасал евреев во время войны. Я просто написал, что мой дед спасал. Вскоре Геннадий Чернаков начал переписку с Хасаном Балкизовым. Хасан объяснил ему, когда и при каких обстоятельствах несколько еврейских семей из Нальчика спасались от фашистов в доме Балкизова. После моего объяснения ему, что и как было, он нашел человека, договорился, чтобы поехал к моим родным, ну, к моему отцу и старикам в село Исламей, с нотариусом, чтобы сразу свидетельские показания, чтобы получить, и сразу нотариально заверить. Для того, чтобы признать Хафицу Балкизова человеком, спасшим членов еврейских семей, необходимы были свидетельства не только Балкизовых, но и самих спасенных, а связь с ними была утеряна. Я не мог найти из спасенных никого, и я уже приехал в отпуск сюда, в Нальчик. Я начал искать женщину, которая работала в кондитерской фабрике. Мой дедушка и бабушка мои воспитали ее, и она жила у нас до 16 лет, от одного года до 16 лет. Хасан Балкизов вместе с помощницей Мариной Катиновой стали искать эту женщину по адресам в Нальчике. Поиски оказались безуспешными. Наконец удалось выйти на след. Номер телефона и израильский адрес оказались верными. Я позвонил и дозвонился такие до Розы. Мы стал переписываться с Розой, звонить ей. Написал в институт Яд Вашем, что есть такая Роза Бергман Рахманова. Бергман по мужу Рахманова, девичья фамилия. Написал институт Яд Вашем, все объяснил, и они пошли, сняли показания у Розы. Единственное, чего я хочу, это признание того, что мой дед спасал. Он действительно спасал, не то, что это простые слова или мои рассказы. В 2014 году из Израиля в Кабардино-Балкарию приехали ученые из Иерусалимского университета. Они встретились с сыном Хафицы Балкизова. Они приехали к нам домой и сняли показания. Когда папа читал и рассказывал все это, и профессор, который приезжал, положил ручку, подходил к моему отцу, целовал в лицо и плакал. На момент оккупации Кабардино-Балкарии нальчикские евреи еще не были идентифицированы фашистами. Немцы точно не знали, евреи это или кавказский народ, как, к примеру, тюркоязычные крымские караимы, исповедующие иудаизм. Ученые Рейха серьезно работали над этим вопросом. Ситуация прояснилась лишь в сентябре 1943 года. Немцы пришли к выводу, народность, проживающая в Нальчике компактной общиной, горские евреи. К этому времени Кабардино-Балкария была уже освобождена. Немцы не успели уничтожить евреев. Сами члены общины делали все для того, чтобы не выдать свою национальную принадлежность. С целью убедить немцев в том, что евреев в Нальчике нет, Маркел Шабаев однажды устроил фиктивную горскую свадьбу. Была устроена фиктивная свадьба горско-еврейская, на которую были приглашены все высшие чины
и не только СС, но и гестаповцы, которые здесь были. Немцев было очень много на этой свадьбе. Они смотрели значит, на то, как одеты евреи, они одеты в традиционную кавказскую одежду, какие танцы они танцевали, это были традиционные, опять же, кавказские танцы, и лезгинка, и так далее. И сохранились слова оберштурмбанфюрера СС Пестерера, который в конце этой свадьбы, так как свадьба уже заканчивалась, он поднял бокал за здоровье молодых и при этом сказал следующее. Я цитирую по книге Николая Николаевича Поппе «Воспоминания», которое вышло в конце 80-х годов в Вашингтоне. Кто такой Поппе, я обязательно тоже скажу, потому что и он тоже принимал участие, ну, как он говорит, спасение горских евреев. Чуть-чуть попозже я об этом расскажу. Так вот, оберштурмбанфюрер СС Пестерер сказал буквально следующее. Я цитирую. «Нас не интересует ваша забавная религия. Вы можете верить в кого угодно и во что угодно. Мы видим, что вы кавказцы, а не евреи». Это, конечно, вот, был такой очень, знаете, мудрый ход со стороны Маркела Шабаева. Евреи нальчикской общины прекрасно говорили на кабардинском языке. Кавказская домашняя утварь и одежда ничем не выдавали национальную принадлежность. Фашистское командование стало привлекать ученых-специалистов для того, чтобы разобраться в этом вопросе. И тогда в Нальчик приехал известный монголовед Николай Поппе, сотрудничавший с немцами. Вот в своей книге он пишет следующее. Значит, в октябре 1942 года меня пригласили в Нальчик с тем, чтобы я смог идентифицировать горских евреев, например, того, являются они евреями, либо евреями не являются. Еще в 80-е годы, когда были живы очень многие старики, да, и многие из тех, кто уехал, еще были здесь, в Нальчике, я собирал материалы о Холокосте. И мне многие старики рассказывали, да, был такой немного чудаковатый какой-то немец, который ходил по еврейской колонке, просил нас показать значит, нашу хозяйственную, бытовую тварь, одежду, значит, смотрел то, как мы живем, спрашивал, чем мы питаемся и так далее. Значит, даже некоторые вещи он попросил на память. Вот мне одна женщина рассказывала, что он забрал там очень какое-то хорошее полотенце ручной работы, которое ей подарила бабушка на свадьбу. Да, она говорит, ну, пришлось отдать, а что делать? Да, вот даже такие вот детали. Значит, и он в своей книге пишет, что я объявил немцам, что это не евреи, а не евреи по, значит, по религии, но не евреи по крови. Не евреи по крови. Значит, и Поппе также в своей книге пишет, что я убедил немцев в том, что они не евреи. Ну, конечно, Поппе лишь один из элементов вот этой работы, которую немцы проводили по идентификации горских евреев. Находились среди местного населения и те, которые наживались на бедственном положении евреев. Таких было немного, и в их числе бургомистр Нальчика. Община платила ему за то, чтобы тот не выдавал национальной принадлежности. Ну, платили. Платили, через, это шло через Маркела Шабаева. Собирали некую сумму, собирали золото, платили ему. Да, он говорил немцам, что это не евреи, это кавказцы, это кавказский народ. Но он был, так сказать, вот в своих, вот этих, в своем стремлении защитить нас, да, был, скажем так, не бескорыстен. Я, в частности, застал еще некоторых стариков, которые и в том числе юденрати были. И они мне рассказывали даже такие вещи, вплоть до того, что, ну, евреи, вы знаете, всегда были неплохими портными, да, и сапожниками. Они его и обшивали. И вот один из наших местных горских евреев говорил, он очень любил кожаные плащи, и для него, говорит, изготовил, говорит, чуть ли не десяток этих кожаных плащей. Да, и даже такое было. Но тем не менее, да, он тоже убеждал немцев, что мы не евреи. Это правда. Тех, кто, рискуя жизнью, сохранял человечность и не шел наперекор своей совести, все же было больше, чем людей, для кого основной целью было нажиться или выжить любой ценой. У Абачирова нашли
она была в положении, одна женщина, Шаумова, она была в положении, и у нее было схватки, а там жила одна женщина, Фатима. Она принимала у нее роды. И в этой минуте зашли немцы и сразу застрелили эту женщину беременную, и которой до конца нерожденную ребеночку, девочку вот эту застрелили. А потом застрелили, которой роду принимала кабардиночку. «А, ты прячешь? Прячешь?» А я, говорит, не знала, что она еврейка. Просто, говорит, я принимала роды. Я могу принимать и у кабардинки, и у балкарки, и у осатинки. Я не врач, но я как знахер, я принимаю роды. И я этот эпизод помню как сейчас. В Израиле очень трепетно относятся к тем, кто спасал евреев во время Второй мировой. В Иерусалимском музее записаны сотни имен спасителей. Достоверность информации подтверждена свидетельскими показаниями. Среди имен праведников народа мира, как называют их сами евреи, множество кабардинских и балкарских фамилий. Израильтяне говорят, если даже человек спас одного еврея, он спас целый мир, да? Поэтому они ищут этих праведников мира по всему свету. Что человека, который спас хотя бы одного еврея, они его приводят в Израиль, значит, они его награждают там соответствующими там, значит, орденами, там есть у них и так далее. В том числе помогают материально, и это все понятно. И вот я обращался ко многим очень кабардинцам, в частности, которые спасали горских евреев. Вы знаете, они в этом не видели ничего удивительного. Вот это очень трогательный момент. Они считали, что они поступают так, как они должны были поступать. Вот я думаю, вот так, как поступали наши отцы, наши деды, наши старшие, это вот пример для молодежи. И дайте Бог, чтобы молодые люди знали об этом и помнили об этом, и старались равняться на своих старших родственников. Ведь никто из них не считал, что они делают что-то такое, что потом им зачтется как, значит, как некий поступок. Что... Они не думали о том, что они совершают что-то такое, чего не должны делать. Они поступали так, как они считали, они должны поступать. Скоро будет 80 лет. Я самая счастливая женщина на этой планете, что перед смертью я увижу всех кабардинцев, балкарцев. Я на родном земле. Все меня любят. Я прошу прощения, без слез, то, что мы перенесли войну, голод, холод, без слез очень трудно рассказывать жизнь, то, что мы прошли. Если бы не кабардинцы, не балкарцы, мы бы сейчас не разговаривали бы и не сидели бы, и не дышали бы чистым воздухом. То, что еврейская община Нальчика пережила Вторую мировую, на Западе вызывает немалое удивление. Это нонсенс, считают исследователи Холокоста. Исключение из правил. В Западной и Восточной Европе не уцелела ни одна община. Вот они считают, американцы, израильтяне, что евреи однозначно вдавались местным населением, потому что они не евреи. И вдруг вот такой феномен, понимаете, как на Балкарии целая община сохранилась еврейская. Поразительно просто. Вот они это никак не могут понять. И когда я пытаюсь им сказать, что вы знаете, ну, приезжайте к нам в Кабардино-Балкарию, и вы увидите, в общем-то, наших людей, вы с ними пообщаетесь, поговорите, и вы поймете, что иначе быть не могло. Потому что Кабардино-Балкария – это очень дружелюбная очень республика, очень толерантная, и люди здесь замечательные. Вот вы пообщаетесь с местным населением, и вы поймете, что иначе и быть не могло. Поэтому, конечно, вот, у них это вызывает, конечно, просто шок, вы знаете. Как же так? Ну вот, факт налицо. После оккупации Роза Рахманова осталась в семье Хафицы Балкизова. Она так захотела сама.
Почему я осталась? Потому что меня очень любил Куак и Хафыца. Я с ихними детьми так и осталась, пока я не поступила на кондитерские фабрики. И Хафыца мне и деньгами помогал, и одевал меня, чтобы выучить меня. Вот. Ну так судьба сложилась, понимаете? Не то, что мы Рахмановы, очень много евреев, горских евреев, жили во втором Кизбруне, и в Чегеме, и в Баксангесе, и в Заюкове. Приучили все кабардинцы партиями. Лёля и Роза росли в одной семье, как брат и сестра. Роза в совершенстве владеет кабардинским языком, Лёля до сих пор помнит песни на еврейском. Хуста бура матура, джулай мара вайхона, джару бистору мазду, тушманеки рахона. Я здесь выросла, я здесь жила, работала на кондитерской фабрике 36 лет. Пошла я на пенсию и уехала в Израиль на операцию сердца по состоянию здоровья. Но никогда не забывала, что это моя земля, я здесь родилась. Остался у меня один единственный брат Лёля. А Хафыца, мой брат, этот отец, и Куак, мама, которой я считалась, их уже давно живых нет. Но есть ихние внуки, есть внучки во втором Кизбруне. А всем те, что ушли из жизни, светлая память им. Я их никогда не забываю. На 1 января 2015 года праведниками народов мира признаны 25 685 человек нееврейской национальности. Эти данные уточняются, работа не прекращается ни на минуту. Евреи очень трепетно относятся к своей истории и воздают должное тем, кто когда-либо и в чем-либо помогал представителям своего народа. Мне писали СМС-ку о том, что до конца прошлого года еще, что я должен буду приехать в Иерусалим для получения звания праведник мира для моего деда. Но получилось так, что профессор уехал по делам малочисленных народов куда-то. Куда сейчас, я точно не помню. И его не было где-то 7-8 месяцев. А сейчас приехал или нет, тоже не знаю точно еще. Не общался в последнее время с ребятами, которые занимались этим. Со многими я спасителями горских евреев беседовал. Да, просто вызывал удивление у них. А почему нас об этом спрашивать? Мы поступили так, ну, они поступили так, как они считают и должны были поступить, понимаете? Вот это вот просто вызывает и уважение, и хочется этим людям просто поклониться до земли. Так что я думаю, что... И я об этом, кстати, и говорил президенту Центра Холокост в Москве Альтману, да, значит, что все-таки надо выявлять. Все-таки мы-то их знаем, как выявлять, но просто собирать биографические данные соответствующие, отправлять в Иерусалим, да, и тоже присваивать это звание «Праведник мира». Очень-очень многим нашим жителям можно, так сказать, из числа кабардинцев-балкарцев присвоить, даже если кого-то из них нет, к сожалению, в живых, у них есть и дети, есть и внуки, да, они могут гордиться. Их дети и внуки могут гордиться своими родителями, своими дедушками, бабушками, могут гордиться. По приблизительным подсчетам, около 1500 евреев было спасено кабардинцами и балкарцами во время оккупации республики фашистами осенью и зимой 1942 года.